Пока школы готовятся к новому учебному году, ученики достают и наполняют свои портфели. Помочь собрать школьные принадлежности помогает Центр социального обслуживания совместно с отделением Красного Креста. Уже 9-й год подряд они организуют акцию по сбору канцтоваров для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Помоги собраться в школу» – традиционная акция накануне 1 сентября. Жители города и округа, большие и маленькие организации дарят ученикам необходимые канцтовары. Ручки, тетради, карандаши, фломастеры, дневники и обложки достанутся детям, которые оказались в нелегких жизненных условиях. В этом году вызвались помочь такие предприятия, как ГАРПО, мясокомбинат, электростанция и служба судебных приставов. 40 комплектов самых необходимых канцелярских принадлежностей уже ждут своих хозяев. В прошлом году мы собрали 28, то есть мы видим, что в этом году у нас уже активно участие приняли именно благотворители, то есть именно спонсоры. Благодаря им, их помощи мы сможем детям именно помочь. Конечно, это радость у детей, они очень рады. И действительно, это будет именно подарок, мы думаем, что и в этом году для детей. В прошлом году мы собрали 28, то есть мы видим, что в этом году у нас уже активно участие приняли именно благотворители, то есть именно спонсоры. Благодаря им, их помощи мы сможем детям помочь. Конечно, это радость у детей, они очень рады. И действительно, это будет именно подарок, мы думаем, что и в этом году для детей.